Пассажиры рейса Санкт-Петербург-Мир благополучно прибыли в Алмазный край. Рейс авиакомпании «Алроса» должен был вылететь в 20 часов в воскресенье, однако был отложен на 6 часов. Задержка произошла из-за отказа двигателя «Боинга». Инцидент произошел во время взлета воздушного судна. Экипаж грамотно отреагировал в сложившейся ситуации. Взлет был прерван. Никто из 156 находившихся на борту пассажиров не пострадал. Их отправили в Мирный резервным самолетом. Ну, получается, начали взлетать спустя там секунд 5 после полного газа. У нас какая-то была вибрация, потом звук, и самолет резко начал поворачивать. Тут же экипаж затормозил резко. И, соответственно, спустя где-то 5 секунд после благо скорость еще не набрала высокую, сумели оперативно затормозить. В целом нормально, да, долетели хорошо. Для расследования происшествия совместно с надзорными органами создана комиссия. По итогам ее работы будет установлена причина поломки двигателя.